Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли». Вот, например, до этого играла Brainstorm и B2, и не могли они ответить на вопрос, что ждет впереди. А мы-то точно знаем, что ждет нас впереди. Впереди нас ждут восхищения, радости и даже победы. Кстати, победы мы отложим на 11-е, а пока у нас просто дневники Ликвимоли, в которых мы будем рассказывать, показывать о первых... Я, Валерий, смотрю на тебя и думаю, что вполне бы ты могла принять участие. Да я вот и я тебе нельзя говорю. Нельзя ведь тебе, потому что ты работник телерадиоканала. А ты не видел, вот у нас была акция, там перепись населения, не видел моих фотки в Инстаграме? Как я не хотела приз отдавать, как я тоже считала, что мне бы он тоже подошел. Ну и в данном случае нельзя мне участвовать, поэтому, девчонки, буду нахваливать вас. Что нужно сделать? Нужно сделать красивую фотографию, желательно селфи, выложить ее в сеть Инстаграм или ВКонтакт. Обязательно нужны хэштеги, сейчас я вам их под запись дам. Мисс Ликвимоли, страна FM и visitnorway.ru. Именно по этим хэштегам наши сотрудники вас найдут, перенесут на сайт страны FM в раздел акции, и, возможно, именно вы выиграете поездку в Норвегию. Вот. Ну и прямо сейчас, друзья, о главном на сегодняшнее утро по этому поводу. Естественно, мы продолжаем знакомить вас с новыми участниками, вернее, участницами. Да, так да, будет да, все-таки да. Правильно. И сегодня показываем вам замечательную девушку Марию из города Новороссийска. Вот Мария у нас прямо сейчас красивая. На экране. Включайте свои экраны, делайте их ярче. Красотка, действительно. Марии 27 лет. Между прочим, она очень любит путешествовать, как и большинство наших участниц. Она написала про конкурс следующий. А почему бы и нет? Участвую. Восклицательный знак. И молодец. Мария, абсолютно правильно вы сделали, что принимаете участие в нашем конкурсе. Желаем только победы. Будем болеть и за вас. Мы за всех болеем, А ты смотри, конечно. Маш, какая модница. Вот красный, между прочим, цвет сезона. А кто нам в гости кто-то приходил, говорит, красный, это прям вот тренд сейчас вообще. Прям красный огонь. Асет говорила об этом, да. У нее красная шляпа. Слушайте, ну я напомню, что 27 декабря мы подведем итоги и наградим кого-то из девушек поездкой в Норвегии. Ну, а также 11 ноября у нас будет промежуточный итог. Кому достанутся очки виртуальной реальности? Кому? Узнаете, если будете внимательно слушать и смотреть телерадиоканал «Страна FM». Да, конкурс продолжается, кстати, все подробности можете обнаружить на нашем сайте страна.fm. Да? Да, пока у нас все, и в следующем часе у нас замечательный гость. Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли».